Это Владимир Евтушенков, один из богатейших людей России. Здравствуйте. Евтушенков – известный российский олигарх и предприниматель. Российский Forbes оценил его состояние в 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Слово «жадность» – оно не очень хорошее слово. Можно было употребить, наверное, какие-то другие слова. Но, как говорят, что случилось, то случилось. Евтушенков – глава совета директоров и собственник 64% акций АФК-система. Эта российская корпорация владеет концерном РТИ-системы, входящим в сотню крупнейших оборонных компаний мира. Разрабатывает и поставляет радиотехническое оборудование, систему управления и связи Министерства обороны России. Концерн Евтушенкова производит для Минобороны страны-агрессора стационарные радиолокационные станции «Воронеж», главная задача которых – определять баллистические и крылатые ракеты. Кроме этого, Минобороны РФ именно с помощью концерна-олигарха развернула целую систему радиолокационных станций «Контейнер» вдоль российской границы. Эти станции способны определять воздушные цели на большом расстоянии. Именно Евтушенков в свое время мог быть одним из посредников, который сводил Виктора Януковича после его побега в Россию с теми, кто был заинтересован в начале боевых действий на Донбассе в 2014 году. Внимание всем машинам, огонь! Оказывается, Евтушенков обзавелся не одной элитной виллой и не в аннексированном России Крыму или в Сочи, а в Италии, Франции и Англии. Но обо всем по порядку. Украинские журналисты проекта «Схемы» нашли у Евтушенкова 4 виллы в Италии. Элитная недвижимость оформлена на Елену Брусилову, мать детей олигарха, топ-менеджерку структур его корпорации. Все 4 виллы находятся в итальянском «Форте дей Марми». Две виллы находятся по соседству, в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Это первая вилла. Она состоит из 16 отдельных помещений. А это уже вторая вилла по соседству. Третья вилла расположена севернее, состоит из 15 отдельных помещений. Ну и, наконец, четвертая – это большой комплекс на берегу моря. Скорее всего, это отель. А это уже лазурный берег Франции, коммуна Сен-Жан-Кап-Ферра. А отсюда к Ницце 6 километров. Именно здесь, вдали от русских глаз, украинские журналисты проекта «Схемы» совместно с проектом «Scanner Project» разыскали элитную недвижимость Евтушенкова. Журналисты получили документы, согласно которым Владимир Евтушенков вместе с членами своей семьи Татьяной и Натальей Евтушенко являются владельцами французской компании SKI Petr. В отчете компании идет речь, что она владеет недвижимостью – виллой под названием «Вилла Вайкики». Рядом на параллельной улице расположена еще одна вилла семьи Евтушенко с названием «Вилла Нуадибу». Де Юре – это собственность французской компании SKI Кристин, которой Евтушенко владеет вместе с супругой Натальей. Третья вилла у семьи олигарха тоже по соседству. Стоимость этой виллы, в отличие от предыдущих, в документах указана 7 миллионов евро. На территории возле имения можно увидеть бассейн и дополнительное здание. Эта вилла по документам тоже принадлежит одной из французских компаний семьи Евтушенко. У Евтушенкова есть недвижимость и в Лондоне. Это первый дом на Холланд-парк, а это второй на Холланд-парк Мивьюз. Стоимость имущества – 31 миллион фунтов стерлингов. Это 40 миллионов долларов. Евтушенков пребывает в так называемых списках Кремля Минфина США, как бизнесмен, приближенный к Путину. Но пока что имуществу Евтушенкова в Европе ничего не угрожает, так как его фамилии в западных санкционных списках до сих пор нет.